Гаюзики, ребята, меня зовут Фулавиус. Вы видели, что происходило с этими шариками, ребята? Они просто спадали откуда-то сверху, их просто перемешивали. Что же из этого будет, ребята? А будет из этого новый красный шарик. Уху! Посмотрите, ребята, это история, точнее, это сказка про красного шарика. Это новые наши приключения, ребята, в новом, совершенно еще неизведанном нам мире. И, ребята, здесь у шарика появляются новые способности. Смотрите, мы можем быть в нескольких состояниях. Ну, шарик может перевращаться в таких вот... В других шариков с другими способностями. Обычным шарик мы можем тут бегать, прыгать, веселиться, карабкаться и все такое. Мы можем превращаться в вот такого вот железного, ну нет, это каменного шарика, и он может делать вот такие рывочки, ребята. Он очень-очень сильный, тяжелый, большой, но он, к сожалению, не может прыгать, потому что он слишком тяжелый. Поэтому мы переключаемся на вот этого шарика и идем дальше. Опа, таким вот образом. Тут, ребята, непонятные нам враги, давайте мы их вот так вот уничтожим и идем дальше. Так, все, финиш, ура, 3 звезды мы получили, далее идем. Так, Bones Tales Adventure приветствует нас. Так, ребята, солнышко светит, уху, шарик прыгает, флажочек, смотрите. Так, на уровень нам дается 3 жизни, ребята, целых 3. Опа, новый враг, памс, получи. И катимся дальше, так, еще один враг. Ух, одно сердечко схрумал наше, а ну-ка, уйди отсюда. Так, получили мы, ребята. Дальше закарабкиваемся, и гора здесь, смотрите, ну мы ее никак не можем обойти, отпрыгать, поэтому мы превращаемся, пуф, в Халка шарика такого. Он, видите, может прыгать, но так только, не очень высоко, поэтому переключаемся обратно. Так, давайте вот тут звезду возьмем, и финиш, ура. Ну эти уровни просто проходятся, ребята, они очень легенькие, очень-очень простенькие. Так, ну и мы идем дальше, вот таким вот образом. Мы здесь сейчас, так, будем брать звездочки, ура, и идти. О, смотрите, ребята, бронированный, о, вы видели, в каком он шлеме был, вот это да. Так, о, а дальше, смотрите, нам нужно разогнаться и как следует запрыгнуть. Так, эта платформочка, она... И она не двигается, она статична, ребята, то есть без движений. Так, хорошо. О, еще одно предупреждение, смотрите. Опа. Ой-ой-ой, какая штучка, ребята. Это такая платформочка, видите, она едет так. Ого, так, ну все, мы, кажись, это сделали. Все, идем дальше. Так, уху, хи-хи, круто, мостик, смотрите. А, так, ой, блин, нет, а, я думал, нам можно будет взять звездочку только подпрыгнув на нашем шарике, но нет, в принципе, видите, тут мостики такие прикольные, ребята, здесь на них можно прыгать, бегать и скакать, ну и финишная прямая, уху. Так, ну, это мы позже сделаем, ну а сейчас, ребята, левел завершен, и, как видите, все звездочки наши, ребята, они наши, ребята, наши. Так, далее мы идем и берем, опа, звездочку, и, ребят, смотрите, бронированный, так, а что будет, если переключиться на вот этого шарика? Пух! Не, жизни теряются. Я думал, если мы переключимся, то тому шару ничего не будет страшно. Но, видимо, опа, эти шарики, они сильнее. Так, ну ладно, запрыгаем дальше. Так, что тут у нас? О, смотрите, это ускорение, да? Да, это ускорение было. Ой, еще один бронированный. Да что же они сразу бронированные идут-то? А ну-ка, получи бронированные, они еще и быстрее движутся. Это невероятно. Так, ну нам нужно разбить вот эту штуковину. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Одна жизнь осталась. Давай, шарик, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, ребята, уничтожили нас. Все, шарика. Фингалы мы оставили, ребята.
Ладно, что ж, пойдем залечивать свои раны, ребята. На этом все. Ну вы ставьте лайки, ждите следующую серию. Завтра она выйдет. Это будет самая крутая серия, я вас уверяю. Все, мы будем проходить эту игру, поэтому лайк, 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 подписка. Адиос, амигос!